До Дніпра з робочим візитом завітала делегація лідерів кримсько-татарського народу. У складі були представники ісламського духовенства, меджлісу, а також уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Гості мали офіційну зустріч із мером Дніпра. Головне питання розмови – доля мечеті, яку мусульмани вже не перший рік намагаються повернути у власність духовної громади. Також делегація відвідала єврейський центр Менора та музей АТО. У нас основная вообще встреча была с мэром города по поводу решения еще четырехлетнего периода давности о передаче старинной крымско-татарской мечети религиозному сообществу. Но, к сожалению, до этого времени она еще не выполнена. Сейчас мы построили дорожную карту, что делать в этом направлении. Там есть в той мечети сейчас расположен какой-то спортивный клуб. Стреляют там, фехтованием занимаются. Видимо, мы со своей стороны окажем содействие в строительстве спортивного комплекса, а потом, после освобождения, постараемся его реставрировать и сделать одним из таких привлекательных мест города. Город со своей стороны будет оказывать, ну, проведет работы по благоустройству вокруг этого, и, видимо, еще будет выделена определенная часть земли, чтобы там можно было сделать что-то типа музея. Вместе с нами была глава духовного управления мусульман Крыма. И эти визиты мы будем делать часто, чтобы у нас в стране не было никаких разногласий между представителями различных конфессий.